Вот, блядь, привет автосервису. О! Ох, тебе! Ой, что ты делаешь? Да он постоянно ее тут так ставит. И что, ты хочешь отрезать ее просто? А? Ты хочешь отрезать ее просто? Как мне еще заехать? Ну да, по-другому не так. Дядя психанул. Порвал как тузик Таня. Вот так паркуются у нас Бескудниково, блядь.